По состоянию на 1 января 2023 года численность избирателей в Свердловской области составила 3 998 665 человек. Об этом сообщает пресс-служба областного избиркома. По данным избирательной комиссии региона, число голосующих подсчитывается два раза в год – 1 января и 1 июня. Список составляется на основе данных, которые предоставляют главы муниципалитетов. В областном избиркоме отметили, что на Среднем Урале количество избирателей держится на стабильном уровне. 1 января 2022 года их было 3 299 652 человека. В некоторых территориях за последний год число избирателей увеличилось. Например, их стало больше в Екатеринбурге, Арамиле, Верхней Пышме, Березовском, Среднеуральске, Сысерти и Белоярском. Отметим, что в Новоуральском городском округе общая численность избирателей составляет 71 315 человек. Из них жителей Новоуральска 69 054. А что касается сельских территорий округа, то самым крупным по численности избирателей является село Тарасково. Стоит отметить, что руководство округа делает многое для того, чтобы и эти территории становились комфортнее для жизни.